А что еще на НТВ тебе нравится? Про советский вот этот криминал. Леонид Каневский. Бля, это просто разъеб. Там типа... Да-да-да. Раньше этот служило там, пили пиво. Но враг проходил мимо. И никто не мог узнать, что это он пил пиво с этими людьми, блин. Блин. А она сказала, что это не он. А правду ли она сказала? И реклама на 40 минут. Реально, и реклама. И вот вечером Наталья шла через темную улицу. И кто же ее ждал? Как вы думаете? Реклама, 40 минут хуйни, там керхер, пылесос, и потом раз опять. А в это время лейтенант Пархоменко находит зацепку в волос. Короче, хуяка в конце. Вот он, убийца. Он скрывался всегда рядом и помогал сотрудникам.